have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы с вами продолжаем ходить по темным кабинетам министерства и светлым коридорам министерства. Почему-то меня загрузило на мою рабочую смену. Мне пришлось только что распечатать еще один бланк. И только теперь я вышел. Так, хорошо, ладно. Пока я стою на месте, время не идет. Время тратится только если я что-то обыскиваю. Расспросить коллег о биометрическом сейфе есть. И найдите папку с секретными документами. Есть. Хемниц скончался, все остальные здесь. Хайзер. Мне интересно, что это за три сердечка. Ладно, биометрический сейф. Открыть письмо. А, так я его открыл. Вот оно, это письмо. Хорошо. Здравствуй, сын. Если ты читаешь эти строки, я, скорее всего, уже мертв. Прости за то, что оттолкнул тебя, за то, что последние годы мы не были так близки, как раньше. Вероятнее всего, ты не поверишь, но таким странным образом я оберегал тебя. И даже моя смерть служит этой цели – защитить моего сына. Я не знаю, в чьих руках окажется это письмо, потому не могу рисковать, рассказывая все как есть. Потому все важное я оставил в специальных ящиках по всему министерству. Никто, кроме тебя, не может их открыть. Замки настроены только на твою биометрию. Надеюсь, у тебя получится сложить всю картину воедино и принять верное решение в конце. Вместе с этим письмом тебе должны передать первый ящик. Остальные ищи сами. Главное, Эван, не доверяй никому. Хотел бы я оставить тебе в наследство что-то менее ужасное. Удачи и... Я люблю тебя, сын. То, что я в прошлый раз, оказывается, обыскал цветок и собранная информация 1, кодов Хеймдалю 5. Хеймдаль это какая-то, видимо, программа или что-то, кодов 5. Ладно, взлом самков. Это мои скиллы. Да, я понял, это карта, понял. Тут у нас обучающий брошюр, 30 способов разговаривать. А, это я сегодня вечером приду, я смогу обучиться. Слабительное. Очень мощное. Один из немногих препаратов отечественного производства, за качество которого не стыдно. Да. Так. Это все, что осталось. Вперед министерство. Уровень доступа. Расспросить коллег. Ладно. Давайте я пока здесь еще немножечко... Блин, там тоже была тележка. Я поищу папку секретную. Папка с документами. В заголовке за что папки из архива. Нужно ее кому-нибудь отдать. Я заберу. Задание обновлено. Тоже, конечно, круто, но... подождите. Ой, незнакомец. Погоди, с тобой мы еще не триндели. Привет. Меня зовут Эван. Недавно тут работаю. Николас Пейдж, курьер. Спросите, можно купить полезные предметы. Давай так. Не знаешь, где тут можно купить какие-нибудь полезные предметы? Некоторые вещи купить можно у меня, но я не торгуюсь с теми, кому не доверяю. 350, офигел, блин, доверие. Хорошо, поговорите о работе. Расскажи про работу курьера. Так себе, работенка, доступ к другим этажам есть, а толку от него нет. А, я понял. Про вещи Хемница. Ты не брал ничего из вещей Хемница? Нет. Какой разговорчивый молодой человек. Иди сюда, с тобой поговорим. Какой чудесный день, чтобы работать. Да, знакомиться. Привет. Ты еще кто такой? Я тебя тут раньше не видел. Охрана, посторонний в зале. Полегче, парень. Меня зовут Эван Редгрейв. Не там он устроился. А, слышал, что к нам устроился новенький. Я Питер Донг. Что тебе от меня надо? Ну, чего тебе? Обо всем? Про любимый сериал. Что смотришь? Я смотрю сериал «Приключения патриотов». Министерство? Скажи мне про работу в министерстве. Это лучшая работа на свете. Здесь можно принести настоящую пользу родине. Сейчас я у тебя покопаюсь, там посмотрим про твою пользу родине. Каждый на своем месте должен делать свое дело. Спросите по условию работы. В общем, в зале всегда так громко, темно и душно. По-моему, тут нет никаких условий для нормальной работы. Тебя никто не держит. Знаешь, сколько желающих устроиться на работу в министерство? Можно хотя бы окна открыть? Открывать окна в министерство запрещено. Почему? Директива номер 9808. В избежание выпадения. Если бы твой отец выполнял требования закона, он до сих пор был бы жив. Ставь моего отца в покое.
Ты сам спросил. Закон есть закон. Даже если мы на первом этаже, окна открывать запрещено. Даже если от здешнего воздуха у меня перед глазами все время мушки, все равно открывать нельзя. Хорошо. Про коллег. Расскажи про коллег. Про Хазер. Про Эму. Как она тебе? У меня к ней нет претензий, разве что духи. А что с ее духами? Этот запах любимый вождь номер 3. Он такой противный? Нет, что ты. Наоборот, моя мама тоже его любит. Просто, в общем, неважно. Ясно, понятно. Хорошо, про Ракович. Знаешь про секретаршу шефа? Честно говоря, я немного завидую. Завидуешь? Чему? А все время рядом с начальником. Это такое доверие. Другие говорят, что она злая. Тот, кто это говорит, лентяй и бездарь. Магда — это образец дисциплины, стойкости и преданности. Всем бы у нее поучиться. Я тебя понял. А про вещи Хемница? Не брал ничего из вещей Хемница? Нет. Да? Закончить разговор. Так, ладно, это я посмотрю потом. Давай, чувак, ломаем. Он же, я надеюсь, не увидит, не спалит меня. Так, быстренько обыскиваем стол. Отверточку я заберу. И посмотрим, что у тебя на компе творится. Так. Фотография. Я в детстве. Я на демонстрации. Я в поезде. Мастер подписи просто. Так, что вы вернулись из стула на мое рабочее место? Все. А, что? Вывернулись стул, все винты на месте. На рабочем месте. Так что тот рассыпался, когда я сел на него. Марк Алигран. Подал мои отчеты. Так ты компромат собираешь, подал мои отчеты о проделанной работе раньше мне, изменив имя, видимо, пришел на работу пораньше, чтобы Марк Алигран отключился за посетителей, за это всех лишили премии. Ясно. Хор училища трудовых резервов. Вождь, мы с тобой, клуб друзей, вождь, молодец, мой вождь, герой страны. Угу. На позднее 5 число каждого месяца проделана работа за месяц. Справка. Так, ладно. Письмо. Джон Пис. Режим работы граждан. Новые требования с 1 числа при входе в присутственные места посетители обязаны, помимо удостоверения личности, предъявить сертификат о проведении вакцинации, справку об отсутствии задолженности за коммунальные услуги, о форме ОКЗ-2 и характеристику с места работы. При отсутствии указанных документов граждан направляют распределители. Старший заместитель младшего я понял, хорошо. В связи с тем, что вы перевыполнили план 30%, вам выписана 29-я почетная грамота за отличие в труде, и официально министерство благодарность второй степени. Ну что ж ты забыл обо мне? Кому, Эмма Хазард, ты хуже делаешь сама себе. Свое ты счастье упускаешь, меня опять не... Дружище, так ты у нас подкатываешь к Эмме, она тебе типа нравится. Ты спалился. Здрасте. Так, что у нас в этой тележке? Блин, я очень много времени трачу, мне нужно сейчас, наверное, пойти чертову папку отдать. В этой тележке ничего нету. Так. Питер. Влюблен в Эмму, отличный работник, восхищается Ракович, любит свою работу, смотрит сериал «Приключения патриотов». Тоже ты ставь три сердечка, я не знаю, что это пока что значит, будем посмотреть. А что я могу сделать? Я могу, наверное, все-таки... Сейчас. В заголовке сказано, что папка из архива нужно кому-то отдать... Ладно. Отвертка — универсальный инструмент для решения широкого спектра задач по откручиванию чего угодно. А что-то мне кажется... Что меня с этой отверткой не выпустят. Мне бы ее где-нибудь, наверное, спрятать.
Ходит злиться такой. Эмма Хазер. Так, а если я с тобой поболтаю, поговорить обо всем, про Хемница, флиртовать, а про Питера Донга. Эм, как ты относишься к Питеру Донгу? Никак, просто коллега. Донг не из тех мужчин, которые поражают решительностью и силой. Я бы сказала, что он поражает их отсутствием. Ладно, спасибо. Хорошего дня. Короче, Донг у нас реально лошара получается, да? Ну, в принципе, по нему видно. Так, любит... Я что-то нас добавил. Даже если он и пытается это скрывать, такое большое чувство просто не помещается в груди. Так, восхищается... А, погодите, это не на него досье добавилось, это на нее досье добавилось, что... Считает Донга мямли и хлюпиком. Не самая лучшая характеристика, которую можно получить от женщины. Согласен на 254%. Пока, да, давай, давай. Давай, до свидания. Рыться в тележке. Эмма. А он там работает, я туда сейчас не попаду, хорошо? Сейчас опять час в очереди стоять. Вот ты меня бесишь, блин. Ну, встать в очередь, конечно. Блин, уже отстаньте от меня. Я 3 часа сегодня потерял на эту Макду, блин. Ладно. Ракович, я нашел папку. На, подавись. Да и сюда я разберусь с этим делать, кто виноват в утрате. Он у меня в шахтах сгниет, паршивец. Я на будущее, если найдешь что-то подобное, немедленно неси мне. Никому не показывай, не заглядывай в содержимое. Тут будет без... Так будет безопаснее его имени. Я вас понял, так и поступлю, спасибо. Я не смог в нее заглянуть, я бы хотел. Все, наконец-то. Биометрическое. Расспросите коллег. Но я не всех коллег еще расспросил. Хотя... Так, Магда у нас решила свалить. Я бы постучал, поговорил с ним, погоди. Дружище, мы с тобой еще не знакомы. Ну и гляньте, кто это к нам занесло? Никак новенький, которого покойный Хемниц вчера таскался по всему всю глаза. Горят, грудь колесом. Зашел ли ты новенький, какой... Знаешь ли ты, новенький, какой самый важный вопрос решается в первые дни твоей работы в офисе? Какой же? Кто ты, приятель? Вамбат или... Бируанг? Так, ладно, кто такие вамбаты, я еще знаю. Кто такие бируанги, я, наверное, сейчас полезу проверять. Чего? Какие бомбаты? Какие бироны? О чем ты? Это же элементарный вопрос, приятель. Ты толстая и безобидная сумчатая, которая живет в норе, или опасный и агрессивный медведь, способный дать отпор и даже тигру? Ну и темный же ты народ, офисный чайник. Никто из вас не был в Астрании, типа в Австралии, или на Лайзии, типа Малайзия. Я понял. Отцам-то был? Ну, нет, там часто был отец и много мне рассказывал. Он обещал взять меня с собой как-нибудь, но... Короче, приятель, ты травоядный или хищник? Я травоядный. Так, я знал, что ты глупый вамбат. Будешь прятаться в своей норе, закупоривая ее своим толстым задом, пока остальные бьются за место под солнцем, да? Я бы то ни было, добро пожаловать в наш серпентарий. Ну, я вижу, что тут одни змеи, да. Думаю, скоро мы все увидим, что ты себя представляешь. Мне любопытно, отрастишь ли ты длинные когти и жесткие панцири, или поставишь мягкое пушистое брюхо под чьи-то острые зубы. Познакомиться? Эван Редгрейв. Редгрейв, так ты сын Калиба Редгрейва? Вот этот поворот. Даже не знаю, теперь держаться к тебе поближе или наоборот, послать тебя подальше. Почему? Нет, тебе не кажется, что вокруг тебя слишком много мертвых людей, уже на второй день работы в министерстве. А что там насчет Хемница? Что случилось с Хемницем? Сам не видел. Видел, но не совсем понимаю. Да что тут понимать? Может, план не выполнен, может, шефа чем-то не угодил. Главное, что был твой Хемниц и нет его. Так, сейф? Видел сейф у него в руках? Хемниц уводили, он попросил меня забрать письмо и биометрический сейф из его вещей, но про письмо я только что вспомнил. Где он?
Не так быстро, приятель, от тебя не почтальон. Посылки бесплатно таскать. Мне пришла в голову отличная идея. Бедняга Питер Донг, смотрю, переживает из-за Хемницы. Гляди, вот-вот заплачет. А мы ведь чуткие коллеги, правда? Мне кажется, надо поднять ему настроение. Давай мы его разыграем. Мы? Ну, ты разыграешь, а мы посмеемся. Ты же хочешь получить биометрический сейф. Вот и давай, разыграешь Донг, и он твой, все по-честному. Согласиться, конечно. Чувство юмора у меня не такое тонкое, как у тебя. Главное, это эмоции. Найди слабости Донга и воспользуйся ими. Я уже знаю. Па-па-па-па-па-пам. Поговорить обо всем это о чем? Ну-ка, как твоя семья относится к твоей работе? Если бы мы не мои родственники, меня бы уже вообще не было. Жена? Жена, ну только если речь о чужих женах. Я пока что не стремлюсь надеть на себя ошейник с надписью. Этот дятел был окольцован такого-то числа, такого-то месяца. Пусть этим занимаются те, кому надоело веселиться. А чё смотришь? Как-то что, ходячих борейцев, конечно. Посмотрел серию ходячих борейцев, эпичный сериал. А, это то, что я вчера смотрел, кстати, да-да-да. Это в понедельник он смотрел, да, получается, да. Видел, как группа с Гутича зачистила бордель на границе. Класс. А хочешь прикол? Я был в нем, понял? Я был в этом отеле. Он действительно существует. Серьезно? Обижаешь. Я сделал с папашей в столицу, и пока старик решал свои вопросы, я из этого борделя не вылезал. Кстати, я что-то не понял. Как у них будет работать аппарат по выявлению инфицированных? Ведь вирус антипатриотизма идеально маскируется. Тебе не все равно, какой ты слишком умный, Редгрейв. Да я прикалываюсь, просто запомнил мощная штука этот сериал. У них в каждой серии что-то... А, вот что это за сердечки. В каждой серии что-то забойное есть, я понял. Обо всем работе, о коллегах... Об отце, вот ты много о нем говоришь. А, это мы... Нет, да и особо мне это не надо было. Вот если бы ты был не тощим сыном, а сочной дочкой министра, если бы он не попытался отрастить себе крылья, если бы я работал несколькими этажами повыше, то твой отец не был бы интересен. Слишком много если бы, не кажется? Вот тебе еще одно. Если бы мой отец сдох, я бы не расстроился. Я уже вовсю тратил бы наследство. Ладно, я понял. И тебе не хворать. Какой интересный перец. Это у нас... Марко Легран, я так понимаю, да? И мы с ним подружились на фоне сериалов. Дружба может быть полезной. Любит сериал «Ходячие борейцы». Враждует семьей. Наверное, конечно, серьезная причина. Завладел сейфом, который стал мне отец. Безразличен к смерти Хемница. Ему нет дела до благополучия коллег. А что мне предлагают? Мне предлагают получить сейф. То есть пошутить над Донгом. Ну, над Донгом я-то Ну, ладно. Пока что пойдем. Эй, Дон-Донг, иди сюда. Тебя там это Хазар на свидание зовет, слышь? Так. Ну, чего тебе? Про здоровье? Про Хазар. Прошел лучше шутить-то. Игра на чувство страх, слабость, страсть. Ха. Вообще, я думал сыграть на чувствах к Хазар, но... Да, про здоровье. Я все в порядке, выглядишь не очень. Ты знаешь, никак не могу найти свои таблетки, которые мне... Я тебе сейчас слабительного дам, дружище. Ты болен? Голова просто раскалывается. Выразить сочувствие. Бедолага, слышал, что от боли люди землю грызут. Я бы тоже грыз, но тут везде гранит. Отдать таблетки. Я нашел для тебя отличное средство. А для чего оно? Таблетки от головной боли, конечно же. Держи, выпей сразу две, про голову и думать забудешь. А, кстати, это правда, уже не до головы будет. Странные они какие-то, где ты их взял? Тебе не все равно? Уже уж точно не будет. Ха-ха-ха-ха-ха-ха.
хуже уж точно не будет, да, другалек? Ты сейчас тут просто накинешь коричневой субстанции на вентилятор в этой ситуации, да, как говорится? Ты подшутишь, мы посмеемся. Получить биометрический сейф. Ну все, чел, давай, я Донга подколол, отдай мне. Марк Олег... Чё тебе? Поговорить про сейф. Марк, мне нужен этот сейф. Мы же договорились, ты должен пошутить над... Так я подшутил над ним! Он плачет от стыда, я плачу от радости, плачу от счастья. Я получил свой сейф, и все довольны. Другого способа нет? Есть. Расскажи. Убедить. Скидка по дружбе. Ой, хорошо. Так, мне интересно, неужели такой человек, как сын самого Редгрейва, ничего не придумает сам? Я понял. Игра на чувствах Донга. Получить биометрический... Так, минуточку, мне все три вещи надо сделать. И тебе не хворать. Хорошо. О, похоже, я это не смогу за один день выполнить, да? Тогда я предлагаю... Так, туда попасть не могу. Так, Донг, спросить про Эму. Питер, я бы хотел поговорить о вас с Хазер. Использовать информацию из терминала. Нет никаких нас, Хазер, вообще не лезь в чужое дело. Питер, ты можешь притворяться и дальше, но я точно знаю, что ты в нее влюблен. Откуда? Питер, я видел немало влюбленных мужчин, и это выражение лица нельзя спутать ни с чем. Я и сам был такой, когда ухаживал за женой, так что рассказывай. Все знают. Не может быть, мамуля меня убьет. В смысле? Ты прав, Эван, я ничтожен, ничтожество, жалкий ботаник. Я ничего такого не говорил. И не надо, я сам знаю. Я влюбился в Эму в первую же секунду, как увидел, и с тех пор страдаю, как последний дурак. Ты знаешь, у нас вообще странное Страна располагает к страданиям. Тут ничего, нечего стесняться. Она очень хорошая девушка. Я считаю, что вы были бы прекрасной парой. Ты правда так думаешь? Конечно. Ты видел, какая она красивая? Как с обложки журнала. Молодые патриотки. Помочь сам. Я не хочу на самом деле помогать. Ну ладно. Спорить не буду, Питер. Но спортивного плохого парня, каких любят девушки, ты не тянешь. Но есть множество других положительных качеств, которые ценят женщины. Во всех сторон ты со всех сторон ты позитивный персонаж, понимаешь? Нужно только сыграть на твоих сильных сторонах. Каких? Ты работящий, не пьющий, у тебя есть перспектива. И ты совершенно не похож на человека, который способен сделать девушке больно. И что мне делать? С чего начать? Пригласить ее на свидание, но не в ресторан или клуб, а в театр или на выставку. Это покажет, что у тебя серьезные намерения. Свидание? Ты с ума сошел? Она же просто посмеется надо мной и все. Тогда начни с цветов. Ты знаешь, какие цветы ей нравятся? И она совершенно случайно нашел страницу из журнала с цветами в ее мусорной корзине. Ты рылся в ее мусорной корзине, фига себе. На странице были нарисованы красные и белые розы, фиолетовые фиалки, красные маки, желтые тюльпаны и белый ковыль. Вот это память. Еще бы, мамуля говорит, феноменальная. Я знаю наизусть все речи вождя. Лучше бы ты знал, какие цветы нравятся твоей любимой девушке. Ладно, я попробую это выяснить сам. Ой, вам это было великолепно. Обо всем, об отце, министерстве, про коллег. Может, ты мне про Легране расскажешь? Постоянно задирает. Потому что он придурок и сволочь. Ну, вот как? Он понимает, что я умнее, и это его бесит. И все, что, на что он способен, тупые, зачастую опасные выходки, которые он называет безобидными шутками. Да, ты уже один раз сегодня... Да. В один раз он... прилепил под мой стул экспериментальную автомобильную подушку безопасности, которая подбросила мне до самого потолка. Серьезно?
Компрессионный перелом позвоночника, это серьезнее некуда и опасно. Он еще смеялся, что может быть безопаснее подушки безопасности. Какая ирония. Ненавижу его. Продонок. Почему же ты, пожалуйста, не шефу? Потому что у отца Леграна денег, как у дурака Фантика, и его дебильному сыночку все равно ничего не будет. Тем, кто честно трудится, приходится рассчитывать только на себя. Ничего, получу повышение, он мне попляшет. Хорошо, я тебя понял. Я не хочу их сближать. Игра на чувствах Донга. Может, я узнаю любимый цвет и потом совру ему? Я не хочу. Он же хлюпик. Такая девушка ему не нужна. Так. Поговорите о цветах. В цветовом спектре. Какой у тебя любимый цвет? Красный, конечно. Все любят красный. Такой же яркий, как на стягах у министерства. О растениях. Какие цветы ты любишь? Всех, кроме маков. У меня на них аллергия. Ясно, понятно. Хорошего дня. Пока. Ну реально, сводить ее с вот этим вот челом я не хочу. С выбором цветов. Так, погодите. Донг это, конечно, понг и пинг и всякое такое. Взлом шифры. Так, задание. Легран просит разыграть Донга, используя его эмоции. Слабость я разыграл, страх и страсть осталась. Страх, я не знаю, как ему игра на чувствах. Наследие, получить биометрический сейф от всего сердца. Помочь Донгу с выбором цветов. Я пока не знаю, как это все правильно реализовать. Посмотрим. Так, ты у нас Донг, да. Про цвет... про самочувствие. Куда ты бежал? Куда? В туалет? Спокойно, Питер. После случившегося голова у меня больше не болит, зато болит кое-что другое. Какой позор. Эван, ты имеешь к этому какое-то отношение? Конечно же нет. Не знаю, верить тебе или нет. Чего тебе? Про цветы. Ты знала, какие цветы нравятся Эмми? Красные розы, белый ковыль, красные маки. Фиолетовые фиалки. Ну, красные розы — это правильный ответ. Но если я скажу... У нее на маке аллергия, да? Так, Эмма... Не самая лучшая характеристика. Так, погоди. Как кровь врагов государства. Там было другое. Подарите аллергику маки. Вместе с ним насморк и зуд. Маки. Да, чувак, красные маки. Лучше красных маков ничего не найти. Надеюсь, у меня все получится. Так, задание мне в любом случае выполнилось. Я думаю, что я, может быть, на страсти потом сыграю. Ты пошел хавчик себе покупать. Мне нужно отвертку спрятать. Мне кажется, меня со... Блин... карта. Дальше уже пункт проверки. Мне нельзя к пункту проверки сейчас. Черт, да, мне нужно сначала спрятать отвертку. Я... мне кажется, мне ее просто отберут. Тут все вообще отбитые на голову. Сейчас надо найти цветочек какой-нибудь, который я еще не обыскивал. Или все цветочки... Нет, стоп. Черт. Так, где все цветочки? Так, тележки. Тележки это... У тебя-то я еще не копался. У меня еще час и 5 минут осталось, да? А почему я не могу тебя обыскать? Ладно, у меня этого, видимо, нету. 15 минут, быстренько посмотрим.
торговые автоматы будущей торговли, идя навстречу многочисленным просьбам служащих, министерство закрывает служебные столовые и заменяет их современными торговыми аппаратами, в которых можно приобрести широкий ассортимент товаров первой необходимости, консервы, носки, авторучки, разводные ключи. Понятно, хорошо. Деньги. Мы этот вопрос уже не раз обсуждали. От кого? Ага. Но если ты так хочешь, то я могу повторить. Деньги от меня ты не получишь, пока я не увижу, что ты взялся за ум. Это от бати, видимо. И не на словах, а на деле. Требования все те же. Жениться, завести детей или получить повышение. На основе трудолюбием получится получить повышение. Это фантастика. Так что я жду внуков. Фотка. Я в армии. Ясно. Отдыхаю. Ясно. Понятно. Блин, жалко, что не получится обыскать его этот... валим отсюда. Очень жаль. Я бы обыскал. 50 минут у меня осталось. Это вообще, блин, мало времени уже. Да, тут уже очередь... Блин. Ладно. Хорошо. Я надеюсь, что с отверткой ничего не случится, ничего не произойдет. Я бы ее на самом деле... куда-нибудь припрятал бы. Может, в тележку свою? А почему в свою? Насчет романтики. Парень опозорится, если он подарит аллергические маки. Насчет... Так, это мы обыскивали, да? Насчет еще страха, я не знаю, что будет, если насчет страха. Давайте вот это растение еще обыщем. Бутылочка виски. Качественное пойло. Тут у нас отвертка, и тут у нас бутылочка виски. Они находятся прямо возле большого экрана. Надеюсь, они никуда не исчезнут. А, мы еще вот это не обыскивали. И тут у нас... Просто каждый такой обыск это 15 минут. Поэтому нужно... Да, тут у нас ничего. Значит, левая... Левая цветочница возле большого экрана. У нас там тайник, надеюсь... Вославь солнце! Все, валим домой. Выходит. Нам тут делать больше нечего. Вот, тут обыск проходит, да. Стоять! Я ничего не делал. Сработал детекс, сейчас будем проводить обыск. Камера наблюдения зафиксировала незаконное присвоение имущества со взломом. Статья 920, штраф за каждый украденный предмет или исправление работы в шахту сроком. Первый раз обойдусь предупреждением. Первый и последний раз. Камера наблюдения. Ах ты... ясно, ясно. Бюро находок. Блин, ну это печально. Я думал, что я могу безнаказанно шарить. А оно прям вот... Хорошо, как мне тогда из... О, привет, маленькая девочка. Сейчас бы на улице к маленьким девочкам приколупываться. Здравствуйте, дяденька. Познакомиться. Девочка, где твои родители? Как зовут? Потерялась? Нет, мама работает в министерстве. Я жду ее здесь после школы. Когда мама закончит работать, мы пойдем домой. Меня зовут Анка. А вас? Меня зовут Эван. Почему не идешь домой? Почему не идешь домой? Скучно дома. Радио все было все про войну, про войну. Поэтому я придумала... дрессировать жуков. Я их в кустах нашла, а там много. Правда, мама не разрешает их домой брать. Говорит, управляющий будет ругаться. А почему ты разговариваешь с незнакомцами? Вот именно. Я сама тебе говорила, что нельзя разговаривать с незнакомыми дяденьками? Говорила. И почему тогда со мной разговариваешь? Вы, дяденька, вообще-то не... ничего не помните. Я же говорил, что меня зовут Анка, так что мы знакомы. Логично. Хорошо. Раз мы знакомы, тогда у меня вопросов, претензий нет. Все, валим домой. Итак.
Джеймс, я был свидетелем кошмарного ритуала и видел, как одного сотрудника повесили у всех на глазах. Как такое может быть? Эван, это нормально. При направлении работы министерства наказание прописывается в параграфе номер 12. Ответственная должность подразумевает повышенную ответственность или что-то вроде того. Это же дикость и варварство. Все аплодировали. Думал, твое задание будет похоже на легкую прогулку в парке. Это осиное гнездо, Эван. И чтобы продвинуться по службе, ты должен стать гребаным осиным королем. Для начала возьмемся за твоего непосредственного начальника, Питера Фергюсона. А, Пита, ладно. Он жалкий тип, который любит только деньги. Скоро убедишься в этом сам. Пит знает, что ты... чей ты сын. Они все знают, а потом он будет осторожен. Чтобы раскрутить его, ты должен втереться к нему в доверие. Собери о нем информацию, вытяни из него... поговори с коллегами, выполни несколько его просьб, если совесть позволит, конечно. Нам нужен компромат на этого зажравшегося, сына. Но не забывай, что Фергюсон — это лишь первый шаг, он не настолько важен. Главное для тебя подняться выше. Сейчас ты работаешь на первом этаже и должен пробиться вверх. Так что или копи авторитет, или сливай своего босса, или убирай конкурентов внутри своей рабочей группы. Как получить повышение? Это стандартная процедура. Повышение происходит, когда ты наберешь достаточный авторитет. Через служебный телефон ты узнаешь, сколько нужно. Хорошо. А с авторитетом я тебе помочь не сильно могу. Работаю, увеличивая силы министерства и славу вождя. Убирай коллег с пути. Про коллег. Коллеги из твоей рабочей группы, твои конкуренты, заставь их не быть ими. Мне что, обязательно нужно подсиживать коллег случайно, их подставлять, шантажировать, доводить до самоубийства? На войне все средства хороши, неужели нет других способов? Найдешь другой способ, воспользуйся им. Попроси снять свою кандидатуру, устрой перевод в другое ведомство или растопчи их. Нет никакой разницы, меня интересует только результат, твоя победа. Меня интересует, останусь ли я после этого с собой после этой победы. Выбор, Эван, он всегда есть. Ох-ох-ох-ох. А все закручивается сложнее, чем я думал. У меня дома есть... 2 часа 20 минут. Водоснабжение, водоотведение! Ой, идите, знаете куда. Водоснабжение и водоотведение. Так, давайте посмотрим, у кого какие любимые сериальчики. Пит Фергюсон, кстати. Опять 50 лет! Я не знаю, что с вами не так. Почему 50 лет — это такой возраст здесь? Мне нужно с Эммой поговорить про сериальчик. Она смотрит... «Красный цвет» и «Любимый», «Маки Аллергенис», так, это «Женатые мужчины не рассматриваются», «Так выматывает себя наверняка и очень нужны деньги», «Одобренный государством сериал», «Единственная радость в жизни женщин», «Одобренный государством сериал». Чё показывают? «Ходячие борейцы», «Приключения патриотов», «Страсти по вождю». Целевая аудитория — романтические девушки, сотрудники министерства. Мне нужно с ней подружиться. Для этого, мне кажется, придется потратить эти деньги. Так, а «Приключения патриотов» кто у нас там смотрел? «Молодые патриоты». Активные молодые люди, сотрудники министерства. По идее, мне нужно смотреть все три, но все три смотреть не получится, потому что это 3 часа, так я понимаю? Да. Смотрим вот это. Мне нужно с ней подружиться. Попробуем прокачать навык. А почему... Погодите. Обучающая брошюра, 30 способов разговаривать. Надпись на персонале согласит, в книге их всего 21, 30 просто красивое число. А почему я не могу это выучить? Это печально, я бы хотел. Погоди... смотрите, в чем прикол. Если я плачу деньги за сериал, я не трачу время на его просмотр. Я могу посмотреть еще одну серию «Страсти по вождю».
я понял, я его купил и не посмотрел. Ой, блин, это было тупо с моей стороны. Хорошо, теперь я могу посмотреть ходячих бойцов. Блин, ну и походу приключения патриотов я так и не посмотрел. Может быть, я посмотрю его завтра. Вот так вот вся жизнь из этого и складывается. Ты хочешь посмотреть киношку, а у тебя не хватает времени. Вообще, знаете, играя в эту игру, я поймал себя на мысли, что вот так вот выглядит реальная работа в настоящих управленческих органах в любой стране практически. Когда ты приходишь на работу, бегаешь, занимаешься целый день своими делами, там, сел, пару часиков поработал, попринимал посетителей, выдал им неправильные бланки, пошел дальше трындеть языком с коллегами. А футбольную команду, блин... Ладно, мне нужно просто завтра лучше работать. Собрать информацию о Фергюсоне 3, на страх надавить, на получить, блин, та-та-та-та-та, кучу всего нужно сделать. Блин, трындец. О, уличный бинокль. А что это значит? А, это на что посмотреть? Министерство можно посмотреть. Дождь у нас идет всегда, в принципе. Я понял. И посмотреть на вождя. Ясно, понятно. Ну, не зря же они там, сколько, 3 детсадика и одну школу не достроили. Ты еще здесь, мелкая, ты чё? А почему не идет домой? Так, я думал, что ты уже это, а ты еще тут. Ладно. Она просто под дождем стоит, если чё. Жалко ее. Даже если это дочь этой Ракович, все равно жалко. Говорите обо всем, что хотел. Вы не против, если тут постоять немного? О работе, семье, погоде, бюро находок, физической форме. Ладно. Я пока просто не вижу смысла в этом. У меня нет никаких зацепок, чтобы к нему... рабочий телефон. Я должен позвонить там по рабочему телефону. Товарищ Редгре, вызывает товарищ Фергюсон. Ясно, понятно. Не думаю, что стоит заставлять его ждать. А, то есть меня прямо к нему телепортируют. Итак, Фергюсон. Звали товарищ Фергюсон? Кто там? Редгрейв? Я тебя что, ждать должен? Где ты шляешься? Я... Тебе что, слово давали? Заткнись и слушай. Я согласился за это все только потому, что твой отец доверял мне и просил тебя пристроить. Пришло время возвращать долги. Сейчас. Я не совсем понимаю, о чем вы. А я не сомневаюсь, что не понимаешь, что твой отец был хороший. На детях гениев, как известно, природа отдыхает. Короче, ты мне должен. Сколько? А, ты быстро схватываешь, ты должен мне пожизненно. Для начала хочу, чтобы ты прикинулся посетителем министерства. Один из этих ублюдков, что сидит в зале, ворует мои деньги, понял? Хочу, чтобы ты прикинулся посетителем. Не совсем. Ты тупой, я говорю, один из придурков в зале прикарманивает деньги, которые дают посетители. Ты знаешь, что это взятки необходимо сдавать в доход государства? Конечно. А для государства это я. Для вас государство. Значит, эта крыса ворует у меня. Наши тупые охранники не могут его поймать. Поэтому я придумал гениальную операцию. Секретный посетитель. Морда у тебя невзрачная. Так что идешь за обычного посетителя. Я хочу, чтобы ты дал ему конверт. А я проверю, как он даст мне эти деньги. Как он сдаст мне эти деньги. Согласиться вообще без проблем. Я все понял, товарищ Фергюсон. Разрешите выполнять? Ну, с первого раза зашло. Получи поддельные банкноты у курьера возле торгового автомата. Тебе будешь ждать охранник. Он расскажет, что да как. Когда все сделаешь, сразу докладывай, иначе на глазами не потайся. Ты понял, Редгрейв? Так точно. Все, пошел отсюда. А пошел я должен за... Сейф. Дружище, мне на твое место надо. Причем желательно срочно. Ой, тут есть картотека. Ой-ой-ой. Тогда, ребятушки, давайте сделаем таким образом. Тут мы серию закончим и пойдем тогда разгребаться со средой. Среда у нас сегодня, я надеюсь, что среда. Ну, в игре я имею в виду. В следующей серии. Поэтому спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем ладушек. Всем покеда.